Некоторые муниципальные учреждения культуры до конца этого года получат подарок. Из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы. За такое решение проголосовали депутаты Ивановской областной думы. Какие именно учреждения получат гранты, определит правительство Ивановской области. Мы принципиально определились, что год культуры в Ивановской области должен быть достойно завершен, и дополнительно 12 миллионов рублей выделяется именно на эту сферу, в том числе 6 миллионов рублей на приобретение автотранспорта и 6 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры.